Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Значит, поедем, версия игры у нас 03.03.16, пираточку, которая играет через Steam, вы можете скачать у меня в группе. Версию 13.04.14, год, старая Спинтайрес. Можете также скачать, ссылочка будет в группе, тоже играет пиратка через Steam. Поедем сегодня мы, значит, на карте, как обычно, я катаюсь на полигоне. Давайте его сделаем, чтобы никто не прилип. Поедем на автомобиле, ребята, с коня. Вот такую машинку я делаю. Оп. Прокатит, прокатит. Данный мод, ребята, не помню чей, находится он в воркшопе. Захотите, скачайте. Ну, естественно, я уже перенастроил подвеску. Вот. Перекрасил ее. Сделал подвесочку. Колеса внедорожные не пачкались. Сейчас они пачкаются. Надо поеду на дефолте. Так. Ну и все, наверное, больше тут ничего такого путевого нет. Синдикатор. Вот такая будет рыженькая сторона. Я бы не понял. Сел. Камера,
подвесочка сейчас работает изумительно. На рабочем столе, и после отпуска у меня полетела система. Сейчас побрежу я насчет пака тракторов. Ничего вам теперь не скажу, тракторов нет. Вот колесики такие у нас. Мониторьте много видео, которые я делаю, я на канале, с канала в группу не докидываю, поэтому заходите на канал, смотрите, что есть новое, что делается, что не делается. Да, это не враг. Это спрямо. Вот это прилюбка. А что нам тут прилюбка? Я не знаю. Для этого, ребята, еще была одна сторона. Сделано здесь, и пока я скажу, я думаю, что все будут рады. Такой человек, что он я могу записать видео и группу не укладывать. Потому что не хватает реально просто времени, и поэтому, у кого есть желание, все можете мониторить на канале, все идет через канал. Ссылочка на канал будет также под видео, ну, естественно, выше. Все это вы сможете найти. И пиратку 13.4. Старую версию можете модуль, начинает ковырять
покатать еще 13.04 поделать, может быть, конечно, и потом сейчас пиратку 0.3. 0.3.16 вот эту версию последнюю отчет через спин играет. И уже тут может ломать меня. Ну и опять же играть пассивки, только надо, чтобы одинаковые игры у вас были закачаны, одинаковые можно выиграть. Все. Так что я катался на той скане, которая в привате была, да? Действительно большая разница. Следится, что на той аддоне, как бы, не было на ее платформе, что-то подправить, можно сделать несколько машин, сорок, уже тут ничего. Лучше только перекрасить, прилепить аддоны. Она как была одна машина, так она, наверное, одна и другая. Многие настройки не изменить, не сделать. Подвеску, моторы. Краску можно поменять. Тоже воркшоп. Все это.
начинает ломать тут мои ребята. Под видео на канале Фотошоп рабочий, вот я отлично фотошоп. Также, кто хочет записывать видео, там ссылки Бандикама и Мирил Экш. Вот я экшен пользуюсь. У меня правда лицензион еще стоит, а раньше я не мог писать на пиратском. Там промо на лице для того. Все время ломает. Я даже тем умудрялся видео загружать на канал к себе. О, да ладно, не может быть. Сейчас скажу, что мы приехали. Даже несколько раз, ну правда небольшого размера видео загружал на канал, а вот лицензия что-то никак не могу. Не получается, вот стрелка. А, глубоко большая. Большая величина. Давайте попробуем. Надо прицепать эти вот у него с боков висят эти висюльки. Посадка низкая. Ну, стоит, смотрю, вот. Давайте назад попробуем. Осталось-то чуть-чуть, е-мое, и быстро не достает. Вот и, как говорится, в рот тебе компот. Стоим.
принципе, поедем через гараж, через первый. Дорожные посмотрим, как у нас колеса. Прицеп, конечно, неустойчивый, то надо посмотреть, прицеп, какие шапки.
что? У нас есть веревка.
это все. Что с ним дальше будет, пока неизвестно. Весь ремонт это получается не дает. Миллион.
скутера. Свет вообще классно смотрится вечером. Провокатор рассвет. Красная машина вообще важна. Мне тут самому понравилось. Не ожидал такого эффекта. Так что вот, друзья, подписывайтесь на канал, мониторьте видео тут, на канале, в группу не все видео попадает. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, всем удачи, всем пока. Ссылки для партнерской программы, кто хочет сделать свой канал, то есть будут программки для записи видео, можете также писать. Все это дело, игра есть, моли скачивать найдете где в интернете. Партнерская программка у меня, реферальная ссылочка там лежит. На партнерскую программу есть игру. Хорошая партнерская программа. Намного лучше, чем на YouTube. Выплаты идут стабильно, постоянно. Оплата практически такая же, поэтому записывайте видео. Скачивайте программу, запишите видео, создавайте свой канал, набирайте подписчиков, делайте группу, и по партнерской программе заходите и подключайте партнерку. Ссылочка на партнерскую программу, еще раз повторяю, будет под видео на канале. Всем удачи, всем пока, ставьте лайки, до свидания.